Сегодня в Карачаевском районе прошло открытие сразу двух спортивных объектов. Площадки открытого типа появились в поселках Правокубанский и Новый Карачай, что стало частью реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На торжественных мероприятиях побывал Артур Мхце. 13 установленных спортивных площадок в течение последних 5 лет. Такова лишь часть работы, которая ведется в Карачаевском районе республики для популяризации здорового образа жизни. А ведь есть еще несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые вот-вот начнут работать, либо находятся на стадии разработки проектов. Благодаря реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» людям куда более доступными стали занятия любимыми дисциплинами. Так, по словам жителей поселка Правокубанского, о такой площадке они до недавнего времени могли лишь мечтать. Раньше здесь площадки не было, здесь было поле с травой. Раньше мы играли в школьном дворе и все. А теперь? А теперь здесь есть площадка, и, наверное, мы будем сюда ходить. В нашем поселке давно не хватало поля или какой-либо площадки спортивной. Вот эта новая площадка означает для нашей школы, для нашего поселка огромное значение. Я думаю, не только дети, но и взрослые будут сюда приходить и заниматься спортом, укреплять здоровье. Участие в открытии новой площадки в Правокубанском приняли представители районных властей, регионального спортивного ведомства, а также многие жители поселка, у которых теперь есть еще один, можно сказать, инструмент для ведения здорового образа жизни. Реализуя такие проекты, мы создаем дополнительные условия для жителей нашей республики, для того, чтобы они беспрепятственно, в комфортных условиях могли заниматься физической культурой и спортом, поправлять свое здоровье, вести активный образ жизни. Именно эту цель перед нами ставит глава нашей республики Рашид Борисович Тимрезов. Оригинальные дизайнерские решения, безопасное покрытие этому тоже, скорее всего, поспособствуют. Если будет установлено и освещение, место проведения досуга наверняка станет еще более популярным. Таким же видится будущее еще одной только что открытой площадки в поселке Новый Карачай. Здесь уложены 2 футбольных поля с искусственным покрытием, территории для поклонников волейбола и силовых упражнений. Все красиво, удобно, притягательно. Это выбирало население. И мы старались, чтобы это было в центре села, ближе к школам. И, конечно, у нас вот рядом стоит ФОК в Новом Карачае, а то здесь не хватало такого стадиона. Он был необходим, поэтому вот решили вот здесь построить. Раньше здесь находилось старое поле. Дети не играли, спорт не продвигался никак. Сейчас вот видите сами, дети играют, радуются. Это, конечно же, надо всем нам. В Карачаевском районе планируют и дальше популяризировать занятия спортом, для чего в перспективе должны быть построены еще несколько спортивных комплексов в Кумыше, Костахитагурово и Правокубанском, а также продолжится ремонт уже имеющихся залов для занятий в различных секциях. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.